Так, друзья, всем привет! Я закончил ремонт в ванной комнате, обшил его пластиковыми панелями, сделал небольшую перепланировку, то есть из изначального плана по благоустройству этой ванной комнаты мы немножко отодвинулись, то есть и переделали эту ванну. Развернули ванну, развернули раковину. Ну, то есть у нас теперь пространство в ванной стало гораздо больше, чем было до этого. Даже несмотря на то, что мы украли немножко сантиметров пластиковыми панелями. Что можно сделать из такой вот ванны? Бюджетный ремонт в ванной комнате и в туалете. Здесь на стенах были обои. Хозяева сами благополучно это все убрали, так что нам остается только обшить это все пластиком. Стены у нас из шифера, они вот крашеные. Ванна у нас меньше, чем сама кабина, поэтому вот такие вот у нас здесь есть зазоры, щели, которые нам нужно будет заполнить монтажной пеной для того, чтобы ванна у нас зафиксировалась в самой ванной комнате. Ванну чугунную мы ее трогать не будем. На пол мы уложим вот это вот место, вот где ходим только плитку. На стены будет пластик. Переделаем полотенцесушитель. Спрячем вот эти все трубы, которые идут поверх. Уберем их в стену. Заменим мойку. Потолок будет тоже из пластика. Ну, в общем, такой фронт работы по ванной. По туалету тоже пол плитка. Так, стены пластик, задняя стенка тоже будет пластик. Унитаз остается тот же самый. Его мы трогать не будем. Менять. Трогать будем. Так, ну, возможно, тут тоже что-нибудь переделаем. Перепаяем так, как нам надо. Так, ну и потолок тоже будет пластик. В общем, смотрите, что у меня получилось. Ну, а в концовке вы можете бы оценить это видео, поставить палец вверх, ну, написать там что-нибудь в комментариях. Если понравилось, можете поставить плюсик, если не понравилось, можете поставить и минус. Какие работы были произведены в этой комнате? Установили смеситель, как видим, ни одной трубы по наружу у нас не идет, все спрятано в стену, за стенкой, за перегородками. Установили ванну, эта ванна у нас недорогая, где-то в пределах 6000 рублей. Полотенчик немножко переделали, убрали эти некрасивые пластмассовые отводы и поставили такие вот уже хромированные уголки. Так, далее раковина у нас была в этом месте, мы ее переместили вот в это место и, соответственно, увеличили ее размеры. Теперь у нас раковина размером 70. Ну, здесь планируется установить зеркало, оно установится чуть позже, но это уже будет не видео. Так, ну вот такое подключение у нас идет под раковиной. Сифон для стиральной машины. Далее простой сифон без гофры, сразу соединяется напрямую в канализацию. Так, здесь под раковиной кранчик на стиральную машину и два шланга, холодный и горячий. Так, это у нас внутренняя часть под раковиной. Так, ну вот такая вот раковина. Так, здесь у нас перенесли внутреннюю часть ванны выключатель. И с этой стороны выключатель у нас на вентиляцию. Вот здесь вот у нас принудительная вытяжка фирмы Домовент. Далее что у нас тут? У нас здесь есть еще и туалет. Туалет обшит тоже таким же пластиком. Также в туалете установлен выключатель на свет и на вытяжку. Так вот это все выглядит. Здесь имеется дверка, шахта. В этой шахте у нас располагаются краны, полочки. Ну и такое вот свободное пространство для хранения каких-нибудь вещей. Унитаз у нас не менялся, унитаз старый. Также его благополучно установили на новое место. Ну, на этом все. Работа по ремонту туалета ванной завершена. Кстати, я забыл сказать про такой хороший прикольный экран под ванну. Вот такого он сделан из
что-то вроде пластик, но он такой довольно сказать более плотный, нежели дешевый вариант. Так что если кому кого заинтересовал такой экран, то можете в принципе посмотреть его в Leroy Merlin. Он был куплен там. Так, ну все. Экран прикольный. Так, ну ладно, теперь точно на этом все. Всем спасибо за внимание. Оставайтесь с нами, смотрите канал Перестройка. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч на новых видео. Всем пока-пока. С вами был, как всегда, Ленар.